Несмотря на непогоду, местные ребята продолжают играть в футбол. Для хорошего времяпрепровождения у них есть все. Настроение, футбольный мяч и новое современное поле, построенное в рамках проекта «Спорт – норма жизни». Завершили строительство в сентябре. Местная команда «Борт» уже успела опробовать поле, проведя несколько домашних игр. Качественное покрытие. Оно здесь искусственное, с добавлением резиновой крошки вместо песка. Это делает его в несколько раз износоустойчивым и хорошо отводит влагу. Местная администрация курировала объект на протяжении всего времени строительства. Результатом здесь остались довольны. Поле Хабитар, Хабиачан, Борклар, Лоткун, играл министр спорта. Площадь 90 на 45 метров. По всей длине проведена дренажная система. Поле обнесено ограждением высотой в 3 метра, чтобы за мячом не приходилось далеко бегать. Не забыли и про любителей атлетики. Дорожка из дорогостоящего резинового покрытия в несколько слоев шириной в 2,5 метра для комфортных занятий бегом. Поле полностью готово, чего не скажешь о прилегающей территории. По словам главы администрации, этим вопросом уже занимаются. Я был такой возможности, ясер. Такой ясер, район, ясер, я был... Ахчисалоч, финансирование, возможность хогмости. Из халочки мети гитву, хатуа ешь, да, халочки стоянку хоглош, освещение ешь. А спонсор корюат, он дали андали, спонсор из гдаз, ногослы гдаз, освещение ги, стоянки ги, азмян, скамейка же гиан. Новый Редант по праву носит звание самого футбольного населенного пункта региона. Играют здесь как взрослые, так и дети. Поле не простаивает буквально и часа. Ребятишки со всей округи собираются и днем, и по вечерам. Тем более, что площадка недалеко от 5-й школы. Ребята подарку от правительства очень рады, ведь в их селе никогда подобного не было. Скоро приступят к асфальтированию прилегающей территории и проведут освещение. На следующий год запланировано как минимум 3 постоянных турнира по футболу. Идрис Эжиев, Адам Далаков, Новости 24.